Вы в прошлом году, в этом, думаю, точно еще не успели, а в прошлом году, вы сами об этом говорили, наведывались по приглашению в офис президента, общались с Ермаком. До этого в разных эфирах вы говорили о том, что... Вы наведывались, это какое-то слово такое. Я же приглашению. По приглашению. Меня пригласили, да, к разговору. Естественно, ну, я не знал, о чем он будет. Да, вот. Ну, там, вы там, бизнесмен и так далее. Я просто хотел для себя понять, вот, когда вы общались с Ермаком, это, ну, по сути, один из ближайших людей Зеленского сейчас. Он везде с ним, он его тень. У вас рубрика «Разочарование года» есть? Есть. Это Ермак. Почему? Зеленский — разочарование позапрошлого года, а этот — этого. Но хоть кто-то должен был быть с мозгами, со стержнем в офисе президента. Ну, хоть одна фигура, которая достойна уважения, должна была ли быть. И казалось так, что, наверное, все-таки это Ермак, который принимает решение. Такая же кукла, такой же кукольный театр, такое же ничтожное мелкое личность. Это вы после общения, после той встречи поняли для себя или вообще в принципе как? Фу. Вот я скажу, мерзкое ощущение. С вами как-то надмерно общались? Нет. Но когда ты видишь шута на троне короля, когда ты видишь, знаете, лучше быть, чем казаться. И когда ты понимаешь, кто нами управляет, и ты понимаешь, что еще в перспективе им правит 3 года, ты понимаешь, что сделает с твоей страной, да, это, знаете, как велосипед у тебя кто-то взял покататься, разбил колесо, погнул, ну еще что-то можно починить. Но страна — это более сложный механизм, страна — это экосистема, это мы все с вами. И когда ты это видишь, и когда ты понимаешь этот ничтожный масштаб вообще человека, и этот пафос. Просто понимаешь, какие мы иногда люди, да, украинцы, совершаем ошибки. Ну, вы, мне так не думается, так? Вы очень не нравитесь Зеленскому. Вы знаете, что о вас думает президент? Может быть, вам кто-то передавал? Если честно, меня не интересует, но по действиям, которые направлены, да, против меня, политической силы, телеканала, против вас, журналистов, против каждого украинца. Я думаю, мы понимаем его отношение к каждому из нас. Плевать он у нас хотел. У него есть свои интересы, да, свои задачи. Не-не, вы поняли? Причем не им продиктованы. То есть вы не в списке тех, ну, скажем так, условных врагов, против кого могут вести, например, санкции, завести уголовное дело? Вот Максим, я об этом. У меня санкции Российской Федерации. Ну, компания моя под санкциями, ну, компания, которая принадлежала отцу, сейчас моей маме, да, под санкциями СНБО Украины еще с 19-го года. Для меня нет ничего нового в жизни. Я точно не тот человек, которого можно заставить палкой что-то делать, от чего-то отказаться, с чем-то смириться или пойти выполнять команды. Так точно не будет. И я думаю, что они это, ну, и Порошенко это хорошо знает, и Зеленский это давно понял, и Ермак об этом уже знает. И что я о них тоже думаю, они знают от меня. И я не стесняюсь это говорить им в лицо, говорить это в эфирах телеканала. И точно делаю это, ну вот, правду говорить легко и приятно. Криминальных справ не боитесь? Так их достаточное количество еще со времен Порошенко. Новых? По многим статьям. Від Зеленського привіт. Я стараюсь жить законопослушно. Мне пришлось закрыть многие направления бизнеса. Мне пришлось переориентироваться и зарабатывать деньги в других странах. Потому что здесь, ну, еще Порошенко и Аваков оставили буквально выжженную землю. У меня остались считанные направления. Но я, кстати, им за это благодарен. Честно скажу, бизнесом заниматься в Словакии, в Скандинавии, ну, в скандинавских странах, в Германии гораздо легче. Да, новые правила, нужно их изучить, но там хотя бы они результат. Есть, эти правила. Они есть, Максим. Там есть понятные кредитные системы, там есть понятная система права. Ты понимаешь, что никто не придет завтра, у тебя не попросит и не скажет, дай половину или 3/4, я так хочу, я власть. Там такого, ну, я, по крайней мере, еще не сталкивался. И я могу сказать, там рынок больше. То есть ты, когда туда заходишь, ну, с тобой ты не чувствуешь вот этого давления, конкурентных каких-то войн, да? То есть все цивилизованно. И, как ни странно, больше зарабатываешь.